хочется сидеть на параше! Начальник! Начальник! Давай быстрее! На вечернем Амере погуляешь полчасика. Полчасика. Я сказал в колонну! Товарищ старший лейтенант! Товарищ Юрик! Товарищ старший лейтенант! Телефонограмма пришла из управления! Колонна в сторону! Не стоять! С дороги я сказал! Шевеливайся! Давай двигаемся! Сейчас по хребте заеду! К нам на этап! Культбригаду присылают! Какую к черту культбригаду? Этап уже ушел. Так а куда же их теперь? Куда? В освободившемся барак оформит, пусть ждут. Черт, так может, концерт организуют? Совсем охранел, что ли? Какой концерт? Сейчас тебе вон древесину будут грузить, будет тебе концерт. Так что ж, Лен, там Новицкий, там Мещерская. А? Я же артистов никогда живыми не видел. Мещерская? Ну да. Значит так, смотри, чтобы план мне зэки сделали. Понял меня? Понял! Пошла! Будет план! Пошла! Будет план! А ну, навалились, не смотреть по сторонам! Уверен, с Германией не воюем! Ефрейтор перехитрил семинариста! Знаете, за что срок тяну? Враждебная агитация против дружественной Германии! Я дал дуру, что фашистам верить нельзя! Пятерку впаяли! Что за гибель, я не понял! Не дам! Что я начал? Отдохни, малыш, в сторонке, а Магарыч! Ну ты шулик, отец! С самого детства! Начальник! Вынудите мать! Работаем! Шабаш! Работаем! Что за планами не делали? Заткнись, красанул, хавелик! Шуму, братва! Жрать кучу не зарабатываете! С Германией договор! Наверняка на страну напали французы или... Англичане! Чушь! Марксистский бред! Продолжайте верить своему гениальному вождю! Я верю партии сил Владимира! Конечно же я говорю об осмыслении величайшей в истории революции и подъеме на высоту советского пролетариата, передового пролетариата мира! Таисия Алексеевна, очень просто. Пошли ты ее. Найди добрую, заботливую бабу. Взял бы в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, колючую, хоть не надо, да мою. Дураки мы с тобой, да. Глупые дураки. О, а дырочки-то нет? Тогда вообще проколем, подвесим. Ну давай, кромсай костюмчик. Между прочим, в Париже куплен. О. Товарищ Донцов, звонили из газеты. У вас ЧП. Не сейчас. Вот это вот что? Что это? Ты здесь зачем, Тимон? Сообщили, что в редакции ЧП. Не хотел товарища одного оставлять. Ты кто такой, Тимон? Я депутат Верховного Совета, писатель. Вот и сиди в своем совете. Документы прими. Руку поднимай. Не лезь куда не положено. Родину продал. Связался герой своей Испании с иностранными шпионами. Покушение на вождя готовим. Дай увидеть. Ну вы, писатели, хватит сопли распускать. Увидишь, скажи. Ты что, оглох, Тиманов? Жалею, что обидел. Я с тобой разговариваю. Слушайте, эй, ребята. Молодые наши брёвна тирят на погрузке. Себе присвоить хотят. Надзиратель в сговоре. Ну что стоите, видишь, что струсили? Эх! Багры топоры берите. Пошли. Это мы, Цигин! Стоять на взрыв! Стоять! Стоять! Стрелять буду! Это мы, Цигин! Собак, вперед! Вперед! Братва, красноперы идут!
его! Тихо! Стрелять буду! Кубов 20 слемзали. Сейчас стрелять буду! Граждане фашисты, надо бы украденное вернуть за. А мы пацаны. Ну-ка, бросай. Ладно? Ты-то кого фашистами назвал? Контра. Тебя, сучоныш. Да кореши твои. Что вы, что фашисты, подонки. Для вас закона нет. Режь шпионов, братва! Катили бревнышки обратно. Что происходит тут? Слабину даешь, Одесса. Товарищ, а такое на сходнике приземлить. Ну, рот закрой. Да на кой черт мне твой обсчет? Что здесь происходит, я спрашиваю, а? Перековка. Учим воров уму-разуму. Че? Ты кто такой, а? Заключенный Донцов, 58-й. Следуем указаниям товарища Дзержинского. Вместе с вами перевоспитываем уголовный мир. Иди сюда. Что, обосрались, да? Чтобы к вечеру мне план был, понял? Слушаюсь, товарищ старший лейтенант, будет! Дорогие! Что сели, твари? Тут! А ну, быстро вставайте! Давайте, вот работайте! Зови, тварь какая, а? С меня тоже получишь. Одесса долги платит. Миша, дай помогать. Ответь мне, Донцов. Мне, старому идиоту, если лучшие люди страны, наркомы, секретари обкомов, все они вредители, шпионы, то что это за государство такое, допустившее к власти предателей? И еще, а если они невиновны, если оболганы, еще спрошу, что это за государство такое? Ответьте мне, Донцов, ответьте! Я стране присягу давал. Присягу нарушать нельзя. Ходит слух, на фронт этапы отправляют. Рокоссовского выпустили. Бригада Донцова выполнила план на 105%. Доп. Паёк за доблестный труд. Буди наркома. Нарком умер. Пойду надзирателя позову. Надо трубу вынести. Комплимент сгущается, комиссар. Ну чё, контрики? Глаза убери. Григорий. Хорошо, что не древний. Душа болит. Спящих резать. Персон держи. Алло, граблю. Ты смотри, что делаешь, а? Я тебя устрою, пала! Я тебя порву! Я тебя пойду! Мама прислала. Спасибо, мой хороший. Мамке скажи, Вики, я буду помнить. Ты что тут? А ну, брызги! Ложи, что пацан перед. Давай быстро отвольняшек без досмотра. Запрещено! Подавись. Куда стеру? В сортир, гражданин начальник. По одному водить не буду. Хорошо, я здесь сяду. Пшла! Руки за спину.
Ты еще со мной в сортире посиди. Поговорил мне сейчас. Минск, о нем, туда-сюда. Поговорил мне, чуть-чуть, умный слишком. Лаврентий Павлович, простите. Слишком много вчера выпила. Мне пить нельзя, дурею. Умоляю, простите меня, психопатку. Это тебе на могилку, Тая. Если постель моя не мила, может, Наре понравится. Ты у меня по этапу пойдешь, сука. Когда жареный петух клюнет, группа Б, 5-0-5-30. Эй, мадам! На выход! Ты что там делаешь? А ну-ка, открывай, стерва, Тегория! На Тегорию открывай! Я сейчас прерву! Сторож, одеться из-за тебя не успела. Командиру твоему скажу, что под юбку лазал, губу схлопочешь. Будем еще скажем. Да, будем. Правда. Сюда. Пожалеешь, что Витьку-то щипача отрок. Свои сопли слюни с пола вытерли. Живо! Дежотники-то ваши, как полу пускают. Понял ты? Пошел отсюда. Пошел. Плохо! Плохо! Плохо у меня, да? Плохо ты сняшь! Плохо, интересно! Давай, живо! Что ж такое? Невозможно. Да что ж кажется-то так, а? Охра, иди сюда! Мальчик, иди сюда! Маленький такой, беленький мальчик! Мама! Мама! Охра! Мама! Охра, Охра, иди сюда! Эй! Он здесь! Сядь на место! Охра, я на улице выходи! Да помогите же! Открывай окно! Мама! А ну заткнись, я говорю! Отошла, отогнала! Ты что, совсем охренел? Ребенок без матери остается. Мальчик, мальчик, иди сюда. Пропусти. Женщина! Женщина! Возьми ребенка! Мама! Мама! Держите! Я не держу! Отошла отсюда! Малышка! Ой, малышка! Ой, мама! И ты следи! А попытки побега будет доложено, поняла? Зря стараешься, всю жизнь в рядовых путях. А ну сели все быстро! Может, чефирьку подварим? Ну так иди и свари. Бать, зацени кулер, а? Давай, давай. Слабоват, колер. Подбавь еще резинки.
Мертвый полбанки глиссера сожрал. Так он вкусный. В неделю парашу будет выносить, сучонок. Кореш закадычный тобой интересуется, Азерс. А ты чего это? Я ему говорю, зовут тебя как? Михаил. Михаил, это архангел? А ты, Мишаня. Боишки, перекинемся. Не на шмотки, на мясо. Взрослый мужик. Обалуешься. У каждого свой интерес. Ты вот идейный. Зачем? Думаю. Размышляю. Не пробовал. И до чего ж ты додумался? Чтоб пролетарии всех стран соединились. Ну, есть такая идея. Не отрицаю. Про фурсетки панельные, барыги, фармазоны. Их тоже в пролетариях числишь. Ну, не из буржуев. Из угнетенных. Изуродованное сознание. И как же ты, комиссар, уродское сознание их не исправишь? Тюрягой? Может, осточертеет им ползать-то? Сами поднимутся. Подождем. Он, говорят, ты в Испании воевал. И какой хрен тебя туда понес? Я хату покинул. Пошел воевать. Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Не дурак ты, Мишаня, не дурак далеко. А вблизи посмотришь, придурок. В сказочки веришь. Ну, поздновато так пройти. Меняться. А что горло тебе продырявлю? Не боишься? Хватит шутки шутить, Одесса. Из-за этой шкуры блатные на штрафной пайке сидят. Ты слабину дал. Ты слабину дал. Контрики горбушки жрут! Кабалов, паханы! Зарежу тебя. Все равно зарежу. Построение! Иди сюда. Иди сюда. Садись. Умери, убери, пригодится. Фартовый ты парень, Миша. С тобой можно дела делать. Жалко только... Дел у нас общих нет. Вот загвоздка. Зачем пришел? Газеты нужны. Вот. Аванс. О, центровой товар, бацилла. Доставим газетки. Ага. Без портретов Усатого скучно. Слухи. Война идет. Ты давай поосторожней там, госимущество. Ты фанеру сейчас расколешь. Интересно, какая форма у этой бригады? Черт, та самая красючка знаменитая, что в кино показывают. Ну, тебя быть того не нужно. Мозги пачкают. Насмотрятся месяц на качать. Да она? Она, легавым буду она. Сам же видел, как трельнулась. Из воронка в клуб. Письма друг другу соединяют города. Привет, Артурки Кулаковой. Шалава, говорят, бери давай. Нечего тут коню разводить. Почитали хилять отсюда. Гуляй. Значит, что так, вечером концерт, только ударников. Мастари и дохозяки отдыхают на сборках. Она. Только.
Поверить не могу, что она здесь. Хватай быстро. Что? Эй, давай, давай. Хватай лавку, Миша. Быстрее, 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 быстрее. Вдрапливайся, живее давай. Бригада, давай, давай, давай. Это вы куда? По распоряжению начальника КВЧ дополнительные места. Пошел! Идите, пожалуйста, на место. На место, пожалуйста, идите. Да я знаю. Я понимаю, что вы... Тайка! Оксана! Посторонним ход категорически воспрещен. Это еще Алексеевна Мещерская нужна. Мне еще на сцене увидите. Это твою мать! Я... Это жена ж моя. Это... Тихо, помолчи, Буча. Тая! Тая! Да, это я, Мишка, дай! Мишка. Мишка, живой. Господи, родной мой, живой. Господи. Пошлите, ладно. Машенька, это же Шекспир. Святой совсем. Таисия Алексеевна, как бригадир, требую незамедлительно прекратить недозволенные контакты. Да пошел ты, старый дурак. Это же Мишка мой. Счастье мое. Такая страшная война, думала, больше тебя не увижу. С кем? Ну, с немцами? Ну, говори, говори, все. Катастрофа. Полная катастрофа, разгром. Паника, бегство. Что за бардак? Кондей захотели? Раз! Оформлю на 10 суток! Выметайся! Да это жена моя! Живо! Да мы ж 2 года не виделись, а, начальник! Пошел! 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 Да я! Пошел! Таисия Алексеевна, как фамилия заключенного, с которым обнимались? М? Донцов. Михаил Николаевич. Писатель. Герой гражданской войны. Орденоносец. Не чета тебе, старый пердун. Так и что сделалось с Мещерской? На глазах у всего коллектива. Инструкция строжайше запрещает артистам культбригады, извиняясь, половые сношения за нарушение на общей работе. Подожди, он что, имел половые сношения на глазах у всего коллектива? Так нет, ну полового соития как такового не произошло, но подготовка имела место. Мещерская, извините, полуголая, как говорится, без белья целовалась. Не понимаю, муж он ей или нет? Да нет у нее никакого мужа. У меня все данные артистов. Шифр? Ну, извините, тоже любимый. Одеколон. Так, твоя фамилия? Гольденберг. Яков Григорьевич. Год рождения 1790. Национальность еврей. Иди, иди. Национальность вижу. За что? Недоразумение, гражданин старший лейтенант. Понятно. Срок? 5 лет. Всего? Мне хватает. Под завязку. Значит так, вот что страдалец. В отчете особо отмечу твою бдительность. А ты? Как там тебя? Яков Григорьевич. Яков Григорьевич, после концерта доставишь мне Мещерскую. Тихо, по-умному. Понимаешь? Характер у нее. Полчиха. Ничего. Справишься. Товарищ старший лейтенант, да. Заключенный Донцов по вашему приказанию доставлен. Это увезти. Давай. Здравствуйте. Давай, давай. Заключенный сейчас 108/10. А что такое? Порядки нарушаем, а? Врываемся. Артиста гол хлопаем, да? Таисия Алексеевна, Мещерская жена моя. А? Это кто? Хемингуэй. В ЗАГСе наш брак, конечно, не был зарегистрирован. Но прожили-то мы 3 года. Нас и в Кремль вдвоем официально приглашали. Так, ты мне Кремлем мозги не пачкай. Понял меня? Все кинотеатры, балеты перетоптали. Ну ничего. Погужевались и хватит. Теперь наша очередь. А ты заключенный. Сволочь ты, лейтенант. Ты что, охренел, что ли? Да я тебя... Я тебя за нападение на сотрудника НКВД 25 лет! Добавьте ему! Я тебя по лагерям! Паскуда! Тварь, а! Блатные в карцере есть? Есть. В
карцер его. Слушаюсь. Давай, вставай, пан. Давай, потише там. Свинья, убери ноги. Уважаемые зрители! Рот закрой! Позвольте представить! Да я ты не смотришь на меня! Исчезли! Лесную! Лисию! Успокойся! Эштепскую! С любимым моим самым близким другом. С ума сошла, что ли? Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать земным имуществом, если скажет он: выбирай? Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай неутвержденный репертуар, что на грешной земле жила. Про Бога! Злую, про рай. Ветренную, колючую, хоть ненадолго, да мою. Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучаться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сплетенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, джабула, голова с плеч, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Мать какая! Даже курского соловья. Никакой. Сань. Самый малый. Мишка, правда, в кондее загремел. На земле бы не было. Когда цирики вели, две ладони показал. Понятно. 10 суток. И за эти земные корости удивленно меня кляня. Там искусство. Я душа. Уверен, что Бог бы в скорости. Вновь на землю столкнул меня. Браво! Хорошо жила. За кишки взяли. Мещерская, скажешь, Донцов на 10 суток в кондей загремел, пусть зря не дергается. Понял? Передай! Это облегчает задачу. Затяжной прыжок! Пожалуйста. Мы получали письма друг друга, соединяя города. Встреча.
Лиза. Я тебя жду. Нельзя, я алкоголичка. Дурею от спиртного. Ваше здоровье. Спасибо за цветы, гражданин лейтенант. Да, иди. Мои любимые полевые. Ну и говорю. Пошел. За что Донцова в карцер? Никогда не думал, что увижу вас так близко. А знаете? Знаете, что бывает? Любовь. Думал, сказки. Теперь верю, бывает. Вот у меня с Донцовым. Любовь. Дверь отопри, пожалуйста. Вы, наверное, устали. Есть хотите? Вот, картошка, лосьёк, сальса. Хлеб есть? Хлеб? Есть. Где тут у меня? Сейчас. Сейчас, секундочку. Так. Простите. Так. Ты, кажется, неплохой парень, лейтенант. Налейте. Рискну с вами выпить. Ух ты. Вот. За то, чтобы и к тебе пришла любовь. А если уже... За глотку взяла. Моя, теперь я тебя люблю. Пусти. Отставить. Иди сюда. Иди сюда. Я твоему наркому не дала. Загрызу. Ну вот, платье порвал. В чем теперь выступать? Бешеная. Могу идти, гражданин начальник? Увести заключенного. Руки за спину. Веди. Слушаюсь. Иди сюда. Что? Донцова выпусти. Когда? Сегодня, что ли? Завтра. Ага. Гроза будет. Ага. Мотай лодочки, а? Все одно клёва нет. Слушай, да посидим еще. На дежурство только. Утром. Успеем? Ну, успеем, так успеем. А это кого черти несут? Смотри! Немцы. Немцы плывут. Сколько их? Полсотни будет, товарищ старший лейтенант. Да поболее. Да, поболее. Нужно с Мурманским связаться. Связи нет.
Я сказал, связи нет. Русский концлагерь. Предлагаем командованию концлагеря добровольно капитулировать. Сопротивление всех отряд или войск вермахт бесполезно. Утром выдаем заключение в восстании. Вышлите в квадрат 4 парламентера. Интересно получается. Мышеловка, куда ни кинь клин. Что? Обосраться, хуй! Думаешь, что без шмелее станешь, да? Можем, конечно, бой принять. Да сил маловато. 10 человек личного состава, да заключенных 96. Зэки страшнее фашистов. Кондрики подначат нож в спину. Перекинуться к немцам. Да и дело с концом. Да, с таким народом воевать, там отказники одни. Зарежут. Значит так. Уходим на лодках без шума. Часовых с вышек снять, собак оставить. Действуйте. Пошли. Слушай, сейчас идешь на вахту, я сказал, слушай. Ищерску жалко. Сопли вытри! Хватит ночевать, Миша Джан. Буза в лагере. Валим отсюда, берем, что хотим, и валим отсюда. Зона пуста. А что пуста? Все. Куда ты? Посмотри, церковь-то нет. Валим! Вышки пустые. Там тоже. Валим или не валим? Валим! Свобода, мама! И давай, говна! Пошла, чувак! Пошла, чувак! Давай! Девчонка, надо живот оставили. Ай, мама! Воры, братва, пока трамвай ходит. А ну, раступись! А сука! А ты чего в свой Ташкент не свинтил? Пусти! Стой! Здорово! Тихо! Не трясись, все, хватит, успокойся. Скажи толком, куда пропали ваши, а? Я крепко спал. Меня дневальный будил, тревог, приказал лагерь, начальник всем уходить. Немца пришел, убивать хочет. Тиме, собирай отряд. Давай сюда, какие вы сделали. Пошли. Значит так, дверь запереть. За артистов мне головой отвечаешь. Бомотри, месье. Мишенька. Охранники бросили лагерь. По непонятной причине. Блатная публика опасная. Так что сидите здесь и не высовывайтесь. Руки заключенные. Вам обращается командование. Особый отряд германский Дерман. Мы пришли освободить вас от сталинских палачей. Заключенным гарантируем свободу. До прихода наших солдат заключенным категорически запрещается покидать территорию лагеря. Нам известно точное число арестантов. Будет проведена проверка. За каждый совершивший побег будет расстрелян 5 заключенных. Прибудем 15:00. Что вы радуетесь? Чего вы радуетесь? Я говорю, уходите. Беспредел, все, да если бы это были немцы, контр идет, а? Актуар идет. Немедленно собрать военный совет! 6 человек! 3 от уголовников! 3 от полицейских!
политически! А ну-ка, базар, ты кто такой? Уходить надо! Алягер, комалягер, понятно? Кончай базар! Я на такой гер отправлю, не вернешься. Мишаня, комиссар, дело говорит! Правильно. Сходняк нужен! Выбирай верхушку! Кого предлагаете? На вашу шестерку предлагаю! Кончайте! Кто за одежду? Кто за одежду? Я! Считай! Избрали единогласно! Ну что, Шобла? Беру с собой Витяню Щипача и Чуба! Ну что надо! А политических предлагаю! Молчать! Тихо! Тихо вы, тихо! Ленатого комиссара Донцова! Командира корпуса Лоптева! Политработника Арама Григоряна! Кто за? Граждане! Заключенные! Уголовники! И политические! Не время сводить счеты с Родиной! Да кому она нахрен нужна? Враг советского народа! Это наш враг! А не жирный ли тебе будет, комиссар? Политически совсем задумались. Слушай сюда. Я чалился по всем тюрьмам. Я прошел 9 сроков и никогда с начальниками не корешился. Вот тут Мишаня говорит, что все мы вроде как советские. Я не советский. Я русский мужик, а потому бью, харю в кровь всякому, кто полезет в мою хату. Правильно! Кто со мной? Поднять руки! С Одессой! Черт, угораздил попасть в эту дуру. Угодили в лапы к немцам. Кошмар. Где? Да я за Одессу не молился. Стойте! Мы, жертвы кровавого сталинского режима, благодарим наших великодушных освободителей. Ровно 15 человек. Личный состав заключенных будет собран для торжеств. Живы шин, стремимый полет наших птиц. И в каждом пропеллере слышим спокойствие наших границ. Ложь, фальшь. А ты возьми винтовку, покажи, как надо воевать. Сначала трескучие лозунги, потом трусливый брестский мир и позорная сдача немцам! Иди! Тихо! Товарищи урки, не надо глотничать! Все, расходитесь по своим баракам! Командиры сделают разъяснение! Ваш так называемый муж хорош! Шумял, митинговал, а теперь фашистам задницу лежит. Заткнись! Уходим, братва! Пускай конкурики сами с немцем права качают! Фашист с фашистом всегда договорится! Правильно говорить! Юсуп, ну-ка давай-ка бери пулемет. Дуй на вахту. А? Ну что, Одесса, сможем? Это не медведь, комиссар. Бухгалтерский шкафчик. Металлолом. На немцев! Сорвут операцию! Неохота стрелять! Галка, Сёныч! Русские люди! Давай! А ты в гражданскую по индейцам стрелял! Товарищи урки! Немцы шуток не любят! За ваш побег расправятся с оставшимися! Я бой подкрепляю!
страна! Несчастный народ! Недолго мучилась старушка. Тоже очевидно, Бальвари. Вот мелкий дождичек идет, а намочите мне он хочет. Ему номер не пройдет. Грузи давай. Давай, давай, теперь минуту. Что останется на бараке? Командир, командир, посмотри, так хорошо? Хорошо, хорошо. Вот давай, сюда, давай, черви. Быстрее, давай, давай. Дурак, фарт выпал, а ты сышка хвост. Немцы, кто знает, что от них ждать. Сейчас припремся, они без толковищи, пулю. Не с пустыми руками, козыри наши, щипач. Не, западло, хабал, западло. В Германию поедем. Ты мне нужен, щипач, там же страна непуганных идиотов. Раскручим банк. А? В цилиндрах ходить будем. Баб шампаней купать будем. Если ты язык развяжешь, я на том свете с укорнем будешь, понял? Куда хабал? А? Выход за зону только с разрешения военсовета. А, военсовет. Не, я же чистый, я же что хочу тебе сказать, тебе послушай. Я даже... Арам! Мишик, что задумали? Кутерьма начнется, скажи своим, чтобы не высовываться. И сама сиди тихо. Я с тобой останусь. Это приказ. Не гони. Не имеешь права беззаконную жену гнать. Ты стрелять умеешь? Миша! Да! Миша! Смотри! Смотри сюда! Смотри, сколько праздней нашел! В тире значок ИТО имеем. Хамалок немцу ушел. Зложить хочет, век воли не видать. Мамка жилюсь. Сучий потрох, а? Да ну ушел. Нет, только что. Иди сюда! Я сам его возьму. Надо вернуть Хамала. Слышь ты, твой пес по следу идет? Умнее тебе будет. Давай быстро любую шмотку Хабала сюда. Одесса. Я сам его возьму. Вон, гнида, буду вон. Давай, стреляй. А ты, твою мать, нельзя шмалять. Шухер поднимем. Пускай собаку. Жигбайся! Алка! Алка! Пошли! Стой, куда шутеркой! Суки! Воров собаками травите! Ты позорник сам давно сучился. Кто ходлу на свирь строя заложил? Кто в прошлом году общак заначал? А теперь хотел
всех нас немцу продать. Едут, едут! 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 Приветствует вас, мы поздравляем вас с прибытием немецких войск на ваши земли, с освобождением вас от сталинской тирании и Красной армии. Мы предлагаем угнетенным советским режимом перейти на сторону свободной Германии. Каждый перешедший будет иметь легкую работу, 8-часовой рабочий день, хорошее питание, квалифицированную медицинскую помощь. Гитлер! Один к одному. Секретное оружие? Пушка вон какая. Дура, это же ракетница. Дай сюда. Одесса, глянь-ка, с офицерика одного сняли. На-ка. Комиссар, а трупы-то куда? Дай сюда. Этих за зоной, наших отдельно. Понял. Десант своим сигналит. Миш, надо бы ответить, какой шмалять будет? Обе давай. А, обе, да? Погоди, погоди, что у него? Да. Ах ты. Сколько там еще их осталось, а? Сколько не есть все наши. Поконим? Поконим. Французский знаю, испанский знаю. Немецкий не знаю. Так. Смотри, даже наш лагерь. Смотри, какие карты.
проходы между скалами и глубины залива. Они нам бы такие. Вот дают. Все у них есть. Очень высокая цена этим документам. Точно переводить не могу, но англичане начнут срочно отправлять в Мурманск танки и самолеты. Здесь даже точные даты выхода в море корабли. Ты сам должен захватить бухту, подготовить плацдарм. Будут потоплять морские конвои. Вот так-то, Миша. А мы с тобой гадали, нахрена здесь этот десант? Вот вроде бы на месте. Давай, включай его потихонечку. Всем боевая готовность. Alles ist ganz richtig! Alles zusammen zurück! Попробуй со своим в обход. Мы огонь возьмем на себя, только учти, долго не продержимся. Понял? Понял. Да, у тебя есть такие хлопцы, которые как коты по крыше лазят. Как они форточки. По водосточным трубам потерки брали. Ванька, иди, иди ко мне быстро. А ну, хлопцы, посрамите. Кошмар! Эти бандиты никого не пощадят. Не трясетесь, Юрочка, им нужны женщины. Не факт! Все кончится, как всегда. Бей готов, спасай Россию. Живой не дамся. Да что такое? Прекрасно. Я иду к этим бандитам. Ой, Ангелинечка, извините, старый куни мях. Этим скотам подавай Фемину. Фемина, это я? Что вы сидите? Вас поставили нас охранять! Где вы находитесь? Должны быть за дверь! Дверь! Ясно! Дубак и бевей тайный наш! Посуди зевал! Шесть, мусер! Вас бы что хлястнул! Нормально.
отпустим. Люди искусства неприкосновенны. Иди бежу, дядя! Сюда, 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 по самой победу! Нам даром не нужен, не тронем. Отвали! Знаешь, музыку давай. Ну ты, ошибка природы. Пой музыку. Сердце красавицы. Ну ты молодец. Куда побежал, стерва? А ну, стоять! На, держи. Не будет совести. Не будет совести. Решите, мадам, заменить мужа вам. Если муж ваш уехал по делам. Давай, полюбите его. Ну что ты дергаешься? Это же первая любовь. Следующий! А ну выметайся, мразь! Чтоб вами тут и не пахло! Я сказала, чтоб вами тут и не пахло! Что это я у тебя уж успел украсть? Так, имеем телефончик начальника управления Мурманского НКВД комиссара второго ранга Максимова Николая Ильича. Ему звонить будем. Вот и звони. В прошлом месяце полсотни доходяк от голода окочурилось. Армянский. Отборнички скушают. Звони. Вы старше по званию. Звоните. Комкоров много, а Донцов один. Максим, слушаю. У аппарата заключенный. Бывший бригадный комиссар, коммунист Донцов. Заключенными ОЛП
19 полностью уничтожен немецкий десант, выброшенный в район расположения лагеря. Захвачено оружие, боеприпасы, изъяты, оперативные карты, секретные документы. Поскольку руководство и охрана покинули лагерь, порядок обеспечивает избранный заключенными военный совет. Ждем распоряжений. О происшествии доложу наркому. К утру прибуду. Как понял? Хорошо понял. Молодец. Служу трудовому народу. Да. Романтик ты, Миша. Продолжаем нашу импровизированную программу. Выступает засушенный артист без публики. Ордена просит Светяня Щипач. Мало-мало мальчишку бросала. Вором-вором мальчишечка стал. И однажды на хате каталы. Извини, меня дай. Не-не. Я Надюшку свою повстречал. Я ее в воровалке грабил, чтоб при жизни устроить ей рай. Но известно, братва, бог не фраер, мою жизнь. Так. Кажется, ухожилие не задето. А полежать, Миша, все-таки надо. Надо. Одесса. Гуляет. Со своими гуляет. Большой сборный концерт. Хор блатных и нищих. Сука, полковничье кресло. Твоей оперской заднице грел. А вот сучара, полковничье кресло. Твоей оперской заднице грел. Взял старший дворник за это. Не будь в калмыцкой курорт, где зима даже с солнечным летом и сидит калган от работ. Только знаю, не сегодня так скоро вертухаи отпустят меня. Эх, попчусь по стране своей скорой, чтоб скорее. Чем мы хуже, урок? А? Таисия Александровна? За победу? За победу. И сердце взволнует, этими ж губками лжет и целует. Можно браниться, можно сердиться, но не влюбиться. Что же нельзя? Сердце мое разболелось в разлуке так сильно. Скажи по-испански, я люблю тебя. А по-русски можно? Ты простил меня. Простил дуру без мозгу. Хочу, чтобы запомнил меня такой, пока не превратилась в лагерную доходягу. Eres la mejor mujer del mundo.
таится в грустных глазах моих встреч и надежда. Дурак. Правда, дивизией командовал? Двумя. Ты слишком не обижайся на нашего брата, табочком див. Мы вольные, на деле подневольные. Товарищ комдив, пожалуйста, потанцуйте со мной. Жестокий век, жестокие сердца. Вам разрешите сказать? Слушаешь, сударь. Как на духу. Исключительно вам. Фарт сначала словил. Счастья не было. Сегодня светло. Слава Богу, душа жива. Лапа. Я сегодня убила. Гадины они. Не терзайся. Правда, тебя испанцы звали Дон Мигель? Было дело. Под Мадридом. Уважаемые друзья, по несчастью, в молодости я успел... Так меня Хемингуэй называл. Ну, а потом уж все остальные. Дон Мишка. И бывшая прима Донна Таська. Вынес и эту дорогу железную. Вынесет все, что Господь не пошлет. Вынесет все. И широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Сочинителю за эти стишки какой срок? Вечность. Построение! Пошел! Построение пошли! Все встали! Давай, давай, давай! Шевели! Что? О том, что было в лагере, ничего не знаешь, испугалась, спряталась, поняла? Делай флаги, гады, развесили!
Немца оркестром встречаем, сволочи! Молчать! Страна обливается кровью, бьет фашистскую гидру, а вы, сволочи, свое гнете! Карающий меч правосудия жестоко накажет виновных! Члены так называемого военного совета лагеря! Шаг вперед! Извините. Куда вы уже не должны? Когда-нибудь должен. Молчать! Ты... Это что? Да не сыты. Да. Ну и что здесь? Секретные немецкие материалы. Возьми. Ой, гляжу я. Кореша у тебя, Мишаня, задушевные, с такими и в огонь, и в воду. Один хрен пропадешь. Молчать! Да ладно, шниферы легавые. Чужими руками жар, суки, загребаете. Ты же тля болотные портки свои сушил, пока мы под пулями по скалам ползали. Молчать! Да ты сам рот закрой. Намочите меня, он хоп. Я не дезертира! Моя оппонент застрелял! Срочный, Москва. Группа Б, 5-0-5-30. Алло. Лаврентий Павлович? Таисия Мещерская говорит. А? Нет. Нет, не жалуюсь. Не обижают. Пою, стихи читаю. Помните писателя Михаила Донцова? Он верный товарищу Сталину и вам человек. Под его руководством уничтожен немецкий десант, а его обвиняют в лагерном мятеже. Зная ваше великодушие, прошу, спасите Донцова. Нет. Нет, не обижаюсь. Сама виновата. Поумнела. Говорю, из кабинета начальника ОЛП-19 старшего лейтенанта Маливанова. Хорошо. Гражданин начальник, вас нарком внутренних дел. Товарищ нарком, старший лейтенант Маливанов... Да? Слушаюсь. Будет исполнено. Прикурить не найдется. Прости, лейтенант, что заморочила. Любовь. Так что там насчет Донцова? Приказано отвезти вас в Мурманск. Доставить приказано лично мне. На выход с вещами. Что? Куда плывем-то, товарищ лейтенант? Сейчас. Так что насчет Донцова? Все приказы товарища Берия будут выполнены. Забыла.
знает. Мама помнит. Мама, стой! Мама! Два раза к стенке ставили. Может, правда говорят, Бог Троицу любит, а, Миша? А мне спокойно. А чего это? Ответьте, Донцов. Сейчас бы водки выпить. Стакан полный. Исполнил приказ товарища Берия. Здесь тоже приказ наркома. Запомни, немца ты со своими людьми уничтожил, понял? Проявил смелость, но утратил бдительность. За смелость я тебе говнюка Курвина представлю. А за головотяпство партийный строгать занесением, понял? Так точно. Молодец. Служу трудовому народу. 60, чертовой матери! Как ты поливаешь! Поливай, не жалей! Историю ты рассказал. Штука посильнее Фауста, товарищи Гёте. Вас увидел, сразу понял, все как есть расскажу. О Донцове все расскажу. Фронты ваши стихи наизусть помнят. Вы поймете. Раньше как? В церковь ходили, каялись. А теперь куда? Мишка. Дон Мигель. Там их еще полсотни вылезло. Куда их? На центральный сборный пункт веди. Слушаюсь. Фрицев живых доставить. Слушаюсь. Шнеля, Шнеля, давай! Шнель, суки! Живее! Своими руками ее. Приказ. Приказ. А можно еще вопрос, товарищ писатель? Валяй! А Бог есть? Может, и нет Бога, капитан. Не знаю. Но верить в это нельзя.